Ребят, всем привет! Посмотрите только на эту красоту, я еще не видела, что там внутри. Что внутри этого киндер-сюрприза, давайте посмотрим. Ох, подождите сейчас. Нормально. Так, здесь, я думаю, ножки, здесь грудка. Открываем, ребята, это нечто. Я никогда, мне кажется, я с детства не ела курочку-гриль. А, нет, мы как-то с вами ели. Еле вру. Ребята, это было ваше... Боже. Я так хочу есть, мы сегодня ничего не ели. Так, все, я встаю, потому что тут надо... Это надо видеть. Так, боже мой. Ребята, посмотрите на это. Я... О, Ариш, подожди сейчас. Мама покажет. Вы только на это гляньте. У меня так текут слюни. Ребят, так. Сейчас тут я с ребенком разберусь. И к вам подключусь обратно. Так, ребят, пока Ариша молчит, давайте с вами начинать. Я думаю, что это я сейчас выложу. О, я даже не знаю, как это выложить. О, боже. Все летит. Ничего страшного. Так, этот лаваш я лишний убираю. Я так переживаю, боже. Чарли, пожалуйста, Чарли. Ребят, ну почему мне все мешают снимать? Помогите, спасите. Так, и шаурму. Это шаурма размером XXL. Давайте я ее сразу порежу на две части. Посмотрим, какая она внутри. Посмотрите, какая красота. Тут пакет. Окей, вот. Вот это да. Красота. Просто невероятный, честно, ребят. Фух. Ну что, давайте с вами пробовать. Я, повторюсь, не ела сегодня с самого утра. Так, смотрим. Это шаурмичный будущий рейтинг. Некоторые пишут: Катя, невозможно смотреть из-за криков. Ребят, ну я стараюсь. А мне невозможно снимать тогда, получается. Знаете, тут или то, или другое. Или Катя и с криками, или нет Кати вообще. Поэтому терпим, сочувствуем мамочке-ангелочка. А что такого? Это топище, если честно. Давно не было шаурмы. Как-то даже делала сама шаурму. Ну, знаете, делать самой вообще на мукбанг еду, это не то. У меня не получается так готовить, так как надо. Плюс, когда делаешь сама, не так вкусно есть. Ребят, заказала школу. Без сахара. Потому что мама на диете вообще-то. Мама хочет весить 60 килограмм, ребят, сейчас вешу 70. По мне не скажешь, правда? Очень вкусно. Ну что, давайте пробовать курочку. Камера на курочку, фокус на курочку. Так, фокус на курочку. Пробую, давайте вот эту ножку. Главное, чтобы Арина не заорала и нам кадр не сорвался. Агогу. Ребята, это обалдеть, а не курочка. Она свежая. Ничего. В детстве это казалось вкуснее. Но вкусно в любом случае. Тут Чарли, тут Арина. Я попросила ребят в Телеграме. Кто не подписан, подписывайтесь на мой Телеграм-канал.
задать вопросы, что было бы интересно, о чем рассказать на этом мукбанге. Если что, это курица с соусами. Ребят, сейчас, по-моему, придется прерваться и успокоить малышку. Да. Ой, ребят. Не знаю, сколько нам дадут времени с вами сейчас поболтать, но давайте продолжим. Чего я там говорила, что курицу я не ела с детства, да? Ну ладно, не с детства, но сколько-то я ее не ела. Гриль. Я люблю шкурку. Ах, да. Про Телеграм. Спросила у ребят про вопросы. И они мне их задали. Немножко. Слушайте, ну вроде курица нормальная. Как будто бы свежая. Так, здесь у нас салат. Будь здорово. Сейчас возьму вилочку. Вилочки посудомойки. Поэтому беру палочки. Как вы знаете, палочками я хорошо пользуюсь. Научилась уже. Так, и попробуем салат. Топ. Что спросили девчонки? В Телеграме девчонки спросили про ребенка, как изменилась моя жизнь. Первый вопрос с появлением Маришки. Ребят, ну, моя жизнь, правда, изменилась. Сначала я была в шоке, плакала. Еще она постоянно висела на груди первое время. Но я плакала, что как бы я ее люблю, да, и как изменилась моя жизнь, и как я буду дальше. Сейчас я уже адаптировалась. Первое время было, знаете, психологически, ментально тяжело, потому что ты вот готовишься, там, ты рожаешь ребенка, ты чего-то ждешь, а тебя просто выписывают домой, и как бы все, эта история закончилась с беременностью, вот ты с ребенком на руках дома. И, ну, мне было сложно первые дни, я даже есть забывала. Мне понадобился, ну, 2 месяца на восстановление. Именно, знаете, головой восстановиться. Сейчас мой день выглядит так. Я встаю с Ариной, мы кушаем, играемся. Меня там ей памперс, она ложится спать, я могу с ней лечь спать. Ну, и вот так вот, знаете, день пролетает вот в этих заботах о ребенке. Так, ну, слушайте, вот второй вопрос. Можешь рассказать о каких-то историях из жизни? Например, твои, да, зеленые флаги в партнере или друзьях. Я уже в прошлое видео, на самом деле, говорила про людей, что вы творческие люди. Люди с широкими взглядами, не зашоренные, с которыми можно поговорить и обсудить. Не у которых, знаете, только их мнение и больше ничего. Которые могут выслушать и сказать, окей, я думаю вот так, и там, а я думаю вот так. Чтобы не было такого, знаете, что ты высказываешься, и тебе говорят, ой, да ты такая дура, это все неправильно. Только я думаю правильно. Ну, короче, вы поняли. Я думаю, вы встречались с такими людьми тоже. Расскажи, какое будущее хочешь, как относишься к Яш, мама, твой стиль в одежде. Ребят, по поводу будущего. Ну, Ариша будет расти. Я буду видео снимать. Такое будущее. Я же мама. Что вообще такое я же мама? Я, честно, в жизни еще не встречала таких женщин. Возможно, я встречу и вам расскажу, когда встречу. Лежит рядом, дает снять. Но я правда не понимаю, что такое-то я ж мама. Типа, я родила, и мне все обязаны. Типа, знаете, я видела только ролики, когда там женщина пишет на Авито, у меня там сын, отдай мне бесплатно эту вещь. Мне кажется, это больше какой-то стёб в интернете. В основном все люди более-менее адекватные, так-то вот, на улице, когда встречаешь. Какие сериалы посоветуешь?
Слушайте, из последних мы смотрели... С рождения, кстати, Арины, мы перестали смотреть сериалы и фильмы, потому что это роскошь, знаете, посмотреть сериал, фильм. Я бы... Из таких вот мы Топи смотрели. Фишера мы смотрели, мне понравилось из русских. Из Нетфликса... Знаете, какой мы смотрели? «Джентльмены». Но мне не очень понравился. Не очень интересно. «Джентльмены». Вот, из такого что еще? А, сейчас, подождите. Смотрите, какой коврик купил, прикольный. Из такого что еще? Мне очень понравился, знаете, фильм с этой... Короче говоря, посмотрите, актриса, которая играла в «Красотке», вот с ней последний фильм на Netflix вышел. Про конец света. Очень классный. Джулия Робертс. Очень вкусная шаурма. Свежая, хорошая. Ничего с ней не течет. Просто вау. Сериалы. Все помнят, что я люблю сериал «Ты» у Netflix. Про маньяка. На самом деле, знаете, мне все под настроением. Я хочу посмотреть «Отчаянных домохозяек». Я уже начинала, потом бросила. Я люблю, знаете, такие сериалы типа «Отчаянных домохозяек» на фоне, когда они идут. Просто они, знаете, создают настроение. Такой уют. Домашний очаг. Те сериалы, которые смотрела твоя мама в детстве. Вот. Такое. Блин, ребят, я накинулась просто как... Когда у тебя ребенок, надо есть быстро. Смотрит на вот этот ковер. Давайте дальше. Простила бы ты измену и флирт мужа с подругой еще. Честно я вам скажу, измену мужа я бы не простила. Может быть, я бы, знаете, на какое-то время смогла бы заткнуться на этот счет. Ну, как бы так. Типа, ладно, я тебя простила, но нет. Я думаю, что нет. У меня бы все равно это сидело и все. Ну, как бы, и все. Все равно бы это все вышло. Я сама никогда не изменю. И измену я бы не простила. И флирт, если бы был флирт, флирт еще можно, да, как-то простить. И то я бы, знаете, приглядывала бы внимательнее. Потому что где флирт, ребят, там и... О, кстати, посмотрите, фильм классный. «Прошлой ночью в Нью-Йорке» с Кирой Найтли. Это просто топ. Там как раз про это. Там не про это, но там про измену. Нет, кстати, но про измену я люблю смотреть фильмы и сериалы. Ну, потому что это частая тема вообще. Люблю я, знаете, такие треугольнички, перипетии. Но нет, не простила бы. И, наверное, бы пришлось расставаться, что делать. Я не знаю, как бы наши бабушки прощали измены. 100% я знаю, что прощали. Хоть говорят, что в Советском Союзе не было там. Был. Судя по рассказам. Бабушек был. Как вели себя мужчины, было, все было. Но вот прощали, понимаете? Сейчас, мне кажется, девчонки все-таки чаще не прощают и правильно делают. Потому что надо воспитывать мужчин. Но так нельзя. Знаете, мне папа всегда говорит, мужчине можно, а женщине нельзя.
Я считаю, что время это ушло, когда было вот мужчине можно что-то, что женщине было нельзя. Я думаю, что обоюдно надо друг друга уважать и таких моментов не допускать в своих отношениях. Где покупаешь одежду? Ребят, я сейчас вообще всю одежду смотрю на Озоне. Все смотрю на Озоне. Подписывайтесь в мой телеграм, там я вам рассказываю. Это футболка Анны Мора. Вот мне понравился на самом деле бренд. Беру, в общем, российские бренды. Правда. Стиль мне нравится повседневный. Но, ребят, я сейчас хочу перейти вообще на каблуки. Ничего. Ну что такое? Ну-ка, смотри. Ребят, я сейчас вообще хочу перейти на каблуки. Я сейчас ищу себе удобную колодку для себя. И скоро вы меня увидите в каблуках, я думаю. Не получается. Не знаю, блин, трэш какой-то. Как вот снимать? Ребят, уложила Арину спать. Знаете, уже я сейчас сама вздремнула. Я уже просто сама хочу лечь поспать. Мы сегодня рано встали, а легла я поздно. Знаете, я сейчас ложусь типа в 2 часа ночи, как бы Арина усыпает, и я начинаю жить для себя. И усыпаю поздно. Она встает часов в 8. Девочка еще задавала вопросы, а планировала ли я беременность. Да, ребят, я беременность планировала, и я записывала видео об этом, как я ее планировала. Поэтому, кому интересно, заходите, смотрите. Она проснулась. Короче, ребят, не знаю, я уже наелась. Увидимся в следующем видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И имейте понимание. Все-таки я мамочка. Она заплачет, я уже все сворачиваюсь, потому что, ребят, ну нереально.
маленькие дети, они такие. Все время говорят, нужна мама. Кстати, с мужем мы уже... Тоже вопрос. Сколько лет знакомы с мужем? С мужем мы уже знакомы почти 10 лет. Все, ребята. Ничего не поделаешь. Плачет ребенок. Вкусно. Пишите в комментариях, что хотите на следующий мукбанг. А то я сниму роллы. Люблю, целую. Всем пока.